Друзья, всем привет, всем здрасте, это город ярких впечатлений. Как прежде, с вами я, Антон Чехов. И мы находимся в торговом комплексе Сити, где сегодня работает Сити ЗАГС. Все желающие могут зарегистрировать свой брак прямо сейчас и именно здесь. Перед началом регистрации прошу вас еще раз подтвердить, является ли ваше решение стать супругами, создать семью искренним, взаимным, свободным и по-любому крутым. Прошу ответить ваш жених. Прошу ответить вас невеста. Ребят, скажите, пожалуйста, это ваше первое, ну, можно сказать, так, бракосочетание? Да, да. А почему решили? Что стало решающим, что вы сегодня здесь в таких костюмах? Жизнь слишком обыденна, мы решили как-то ее разнообразить, и вот решили порадовать всех сегодня в День влюбленных таким видом и таким настроением. Мы хотели снова почувствовать то ощущение, когда мы расписывались первый раз 6 лет назад. Обновить, так сказать, чувства. Что же вы такое тут намалевали, нарисовали? Самое главное – это свадьба. Символ любви – это то, что все будет делаться у нас в любви. Я очень хочу дачу, цветочки, грядочки ковыряться, где-то копаться. На Мальте? Да нет, не на Мальте, можно где-нибудь на Уйме у нас, я буду согласна даже здесь. Машину очень сильно хочу, большую квартиру, собачек. Мы очень любим с ним собак, детей. Ну, это бытовая техника, я больше не знала, как еще нарисовать. Хочу кучу бабла и раз в год хотя бы ездить отдыхать на море, на пляж. Громкие аплодисменты! Так как наше ласковое слово в семье – это хрюшка, поэтому мы семья хрюшек. Соответственно, папа хрюшка, мама хрюшка и, соответственно, ребенок, поросенок. Герб оформлен в форме такого химического соединения. Да, ну, потому что химики, поэтому как бы вот. Это мы пытались нарисовать серотонин, гормон счастья, но у нас почти что вышло это, да. Вот, это воздушный шар, на котором мы хотим улететь. Это наши взрослые бородатые дети, которые смотрят, как мы улетаем вдаль на воздушном шаре. У нас уже все есть, у нас вот дом, камин, как мы мечтали. Вот мы улетаем от моей сеньоры наконец-то. Наконец-то, да. Вот. Да, и вот главные для нас слова – это верность, любовь, трэш, магия, и мы летим к успеху. Ну и как бы, мало ли, спонсоры поддержат, да, мечты сбываются. Сейчас сядет тот, кто знает корень из 64. Дорогие друзья, не стесняйтесь своих желаний, любите друг друга и будьте любимы. Это был город ярких впечатлений, как прежде, с вами я, Антон Чехов, а я не прощаюсь, а говорю до новых встреч.